згоду дати. Пізнати даних осіб зможете? Вони представлялися якось? Це оперативні працівники, чи це працівники прокуратури, чи це слідчі СБУ? СБУ, да, слідчі СБУ. Тобто він казав, що він слідчий з СБУ, він, і тому він без вашого дозволу, в вашому телефоні там. Немає це запитання, будь ласка, записуйте. Я не пішну маю. Запитання. Так, прошу, сторона обвинувачення запитання. Я вибачаюсь. У вас є запитання? Тільки уточнення, одне. Сторона обвинувачення, скільки обвинувачення? Так, ще а дозвольте свідку вручити для огляду, для підтвердження, чи це її підписи на протоколі допиту оригіналі, чи ні. Ну, копія, яка знаходиться в додатку до клопотання. Немає заперечень? Немає. Прокурор, надайте свідку протокол його допиту, в тому числі, будь ласка, свідок. Дивіться, будь ласка, чи ви починаєте повертати? Прокурор! Свідок, будь ласка, ознайомтеся з зазначеним протоколом. Його з містом. Это все надо? Чи ну, до кінця я подивіться. До самого кінця. Дуже вот это все, да? Пару страниц відкрити, це ж. Ви свої подписи. Видите, будь ласка, все. Там декілька аркушів, будь ласка, познайомтеся з ними, ну... що там зазначено. Будь ласка, світ. Що там зазначено, також важно познайомитися. Прокурори, задайте свої совісті запитання, а не свідку. Ця справа повністю сфабрикована. За вами буде цілий світ. Вам завжди треба буде ховати очі і бігати як шурам, як сьогодні по вулиці Московській від людей. Думайте, що ви робите. Не виконуйте вказівки ваших банкових. У ваших керманах Луценка, Порошенка та його банди. Нема вам що питати у свідків, тому що ця справа повністю сфабрикована. Підписи в протоколі допиту ваші? Так. Ви ознайомилися з ним. Ви пам'ятаєте цей документ? Ну, підписи ваші? Мої. Ви підписували документ? Так, я підписувала. Показання, які ви надавали, пам'ятаєте? Ну, собственно говоря, там записано те, що я тільки що сказала. Тобто те, що ви прочитали, ті показання, які викладені в цьому протоколі, не відповідають дійсності? Це замовна, ну, так і було. Замовна політична справа. Є до Сталіка, що вам сказали, що там євро. Я вас запитаю, як було. Я вас запитую. Що? То, що зложено в цьому протоколі. Ви тільки що його прочитали. Так і да. Було. Это вы давали эти показания? Практически, да. Тогда объясните, вы сказали, вас заставили давать показания. А в чем тогда вас заставили, если так и было? Что вас заставляли?
в этом протоколе написано все, что только что я сказала. Вы эти показания давали? Эти, да, давали. Так было, как здесь написано? Да. Расскажите, пожалуйста, вы озвучили о том, что вас заставляли под дулом пистолета и угрозами оговорить под взрывом Донгадзе. В чем тогда? Какая часть этих показаний? Я сказала, что допрос проводился под дулами автомата. Я вас понимаю. Вы дослушайте вопрос. Я вас тоже внимательно слушал. И вы сказали, что вам угрожали, если вы не говорите Донгадзе. У меня вопрос. Если здесь все соответствует тому, как было, в чем тогда вас заставляли говорить Донгадзе? Ну, заставляли сказать, что он едет в Россию, например. А здесь такого не написано? Не написано. Так что вас заставили говорить его, в чем? Я говорю, что на меня ко мне применялось давление. Что? А говорить, в чем неправда надо было тогда сказать? Давление зачем? В чем неправда должна была состоять? Хотели, чтобы я сказала неправду. Я ему как говорила. Какую? То есть здесь все правда. Чтобы... Прокурор, да. Совета не е у вас. Так. Хорошо, если тут совет поведает действительности, тогда скажите. Тем не менее, вы все время врете. Или мы неправильно понимаем мои слова? Не, подождите. Вы сказали, что тут не поведает все действительности. Закинчаем это. Хорошо. Тоді скажіть, будь ласка, у вас в протоколі допиту зазначено про те, що приблизно о 20.30 вас зателефонував зателефонував з засобів програми Телеграм, Донгадзе запропонував поїхати разом з ним відпочивати, правда? Ви виїхали з дому в 21 годині, це правда? Ну, где-то так, да. Ви за півгодини зібралися і поїхали? Да, що? А куди ви відпочивати їхали? Я забула названня міста. Ну не город, ви розкажіть суть цього відпочинку. Плавати, купатися, на лижах кататися. У нас була культурна поїздка. В чому вона мала? Духовному наставнику Сіверіону. Угу. А на скільки днів ви планували їхати? Я тільки що говорила, я могла поїхати тільки до утра. Днем я повинна була повернутися на следующий день. Так 9 часов вечера, а у вас, вы сказали, у вас двое деток, а в протоколе написано 16 лет и 13 лет, правильно? Правильно. Они дома одни остались? Одни. То вы планировали уехать ночью и утром вернуться? Скажите, пожалуйста, здесь в ваших показаниях, цитирую, что приблизно 21-й, куди саме ми їдемо, він нічого не говорив. Тільки що сказав, що відповідає дійсно ці показання. Потім сказали, що говорили, що духовному наставнику він їде. Скажіть, будь ласка, це ви услышали здесь в залі засідання, чи це ви так пам'ятаєте? Я сказала, що я не пам'ятаю названня міста. Ви... Набирав текст слідувати. Я понял. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте просто. Здесь написано, куди саме ми їдемо, Сіверіон нічого не говорив. Це відповідає дійсно чи ні? Да или нет? Я вас понял, да или нет? Относительно, частично. Ось чесно. Кодекс дозволяє задати запитання, якщо відповідь не чітка. Так або ні? Эти показания соответствуют действительности или нет? Да или нет? О том, что вам Сіверіон Донгадзе не говорил, куда вы едете, это правда или нет? Он сказал, что к духовному наставнику, но какой город, я не помню. Поэтому почему я не у вас в показаниях там пишете, что он не говорит, куда вы едете? И про духовного наставника здесь не слово. Ну, вы можете объяснить? Я хочу снять это запитание, потому что, по-перше, это не она писала, а купувалася. И свідок с этого приводу рассказал, что он только встав, он не сильно пишет. Какого? Данного. Этого? Да. Ну, вообще-то я здесь находилась. И на улице. На улице стояла. Все, все понятно. Скажи, будь ласка, в ваших показаннях, я цитую, під час огляду, окрім моїх особистих речей, працівники Нацполіції на задньому сидінні було виявлено плащ Сіверіона, в якому знаходяться його документи, банківські карти, візитки, а також грошові кошти. Далі я помітила, що Сіверіона посадили невідомий мені раніше автомобілі по невідомому напрямку. Скажіть, ви давали такі показання, що в автомобілі наші плащ? Мені плащ і сказали, що це плащ Сіверіона. От бачите, тут його деньги, його карточки. Ні, я просто передала його слова. Все. Слова следователя. Понятно. То есть вот это соответствует действительности, да, или нет? Вы меня не слышите? Слышу, но вы если следователь показали... меня спросил, я ему сказала, что достали с заднего сиденья клатч, показали, вот видите, деньги Сіверіона, вот его карточки. Хорошо. Я ему передавала слова из бумажника.
Скажите, пожалуйста, у вас вещей было много с собой? Вы сказали, в желтом пакете были вещи. Много? Это были вещи с магазина Louis Vuitton, платье. Ну, важно откуда. Я спрашиваю вас, вы сказали, это вещи для отдыха? Ну, для вас это много, для меня это мало. То есть вы до утра планировали быть всего лишь до утра, при этом много вещей с собой набрали? Я, во-первых, с собой в машине всегда вожу вещи. Да, скажите, покупки, например, скажите, которые не выложили. Вы знаете, согласно вашим показаниям, вы их подтвердили, что не буду цитировать, 27 ноября вы познакомились с подозреваемым Донгадзе, так? Значит, так. Нет, не 27-го, я говорила, что когда, я там, почитайте, вы, если читать умеете, там развернутый ответ, когда мы познакомились, при каких обстоятельствах, и дата. 27 ноября. Вот посмотрите, какого числа похитили людей из моей квартиры. Охранников Саакашвили. Понятно. Сколько дней вы знаете? Вы говорили... Четыре дня. Скажите, пожалуйста, вы человека знаете 4 дня. Вы сколько за это время с ним встречались, разговаривали, беседовали? Время ли проводили? Раз ходили в ресторан. Вопрос в том, насколько вы хорошо знаете этого человека? Один раз виделись или больше? Я психоаналитик, и мне достаточно... одного раза пообщаться. Хорошо, с человеком, да. Чтобы понять. Скажите, как вы относитесь к тому, что мало знакомый человек, которого видели один раз на эти 4 дня, звонит вам в 9 часов вечера, предлагает уехать в другой конец Украины? Это как? Ну, вот как к этому отнеслись? Очень большое значение, потому что... Очень большое значение. Из женой отчитайся дома. Вот ласка, порядок в заседании. Я вас понял. Возникает аналогичный вопрос. А вам я говорю, что он в розыске находится? Естественно, нет. Я уже это 10 раз повторила. Угу. Хорошо. Когда он, где вы первый раз увиделись? Вам договорились встретиться? Где вы увидели? Машину как он к вам попал? У вас там все по-другому. Вы показания давайте. Где и как он попал к вам в машину? Села я. Где сел? На окраине Киева, приблизительно из Киева, на заправке. На заправке. А как вы там договорились встретиться? Через телеграм, телефон. Он назначил там встречу или вы? Вы на заправке заправляли автомобиль или нет? Я днем заправляла автомобиль. На заправке не заправляла. Ну вы не помните, не помните. Не заправляли. Хорошо, поехали дальше. Скажите, Северион, с какими вещами к вам в автомобиль садился? В куртке и шапке. Больше ничего не было? Нет. Шапка осталась у меня. Сумка. Говорите, была. Что она осталась во Львове в машине. Да вы не давайте оценку моим словам. Вы отвечаете, вы показания даете. Вопрос-ответ. Вы скажите, шапки, хорошо, дальше. У него сумка была при себе? Я не помню. Была или нет? Я не помню. Порядок заседания. Портфель был? Портфеля, вот такой вот, да, нет. Не было. Барсетка была? Ну, барсетку можно в куртку положить. Не, вы видели или нет? Я не видела. Не видели. Я не акцентировала внимание на вообще. Я вас понял, без проблем. Не видели? Меня это не интересует. Видели. Хорошо. Вы на заправке что-то покупали или нет? Нет. Все, просто встретились и сразу поехали. Подруги останавливались, что-то мы покупали? Мы остановились недалеко от заправки. Я проехала заправку. А где остановились? При выезде из Киева. Ну, зачем? Чтобы Северион сел ко мне в машину. Так на заправке или за? Я уже 10 раз сказала, что недалеко от заправки, на выезде из Киева. Ясно, хорошо. Скажите, он сел за руль или вы ехали за руль? Он сел за руль. Вы всю дорогу видели, чем он занимался? Я сказала, что я в 9 часов ложусь спать, поэтому я заснула сразу. Вы сказали, что описали, как у вас на посту полиции задерживали. Так вы в этот период спали или вы это уже видели? Естественно, когда мне наставили пистолет к виску, я проснулась.
А как документы показывал? Видели? Я была в полусонном состоянии. Сквозь сон меня что-то спрашивал Северион. Как показывал Северион Джумберович документы представителю полиции? Видели или нет? Я открыла глаза, сонная смотрела, да, как он показывал документы. А какие документы он показывал? Вы помните или нет? Ну, те, что попросил предъявить. Помните или нет? Я же не могу заставить нет, вспомнить, я ничего не было. Нет, я не следила за его действиями. Я? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы вышли, да? Вы сказали, окна были открыты. Окна были почему открыты? Вы в дороге ехали с открытыми окнами или как? Он открыл окно, показывал документы, потом подскочили на него, наставили пистолет, его вывели и... На меня тоже в окно наставили пистолет. Угу. И вывели меня. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, вы автомобиль свой видели? Он рядом с вами был? Когда? Нет, я же сказала, меня увели где-то 2 километра, а автомобиль бросили возле леса в темноте на дороге. 2 километра вас увели? Ну, примерно, вот машина там стала, повели по посту. Машина была на блокпосту или вы сказали возле леса? Подождите, так у вас на блокпосту машина осталась там или вас к лесу отвезли? Нет, там где остановили машину, там она и осталась. А меня повели возле блокпоста, стояла машина этого ГПУ и СБУ. Так, под блокпост находится прямо на дороге. Ваша машина стояла на дороге. Как тогда между расстояние между вашей машиной и той, которой вы сидели, 2 километра оказалось? Ну, на глаз. Я не мерила, у меня не было рулетки, извините. Хорошо. Когда проводился обыск вашего автомобиля, вы давали, подписывали разрешение, что я не против, что провели осмотр моего автомобиля? Мне сказали, что это моя обязанность подписать разрешение. Вы присутствовали во время этого? Я уже говорила, меня подвели к машине, достали из машины кошелек, показали, спросили. Ваш нет. Сказали, вот деньги нашли. Столько-то, столько-то, карточки и так далее. Поставили меня в известность. А что-то кроме этого еще показывали, которые не ваши вещи? Кроме барсетки? Нет. А, скажите, пожалуйста, вы помните, вас допрашивали ночью прямо там возле автомобиля или уже на следующий день? Меня допрашивали всю ночь, а потом пол следующего дня до 11 часов. Угу. Хорошо, скажите, а вы когда начали свои показания давать, вы сразу сказали о том, что в машину вам могли подкинуть деньги или барсетку, или дальше. Это вы с чего такое взяли, что вообще что-то было подкинуто? Или что там важно что-то нашли? Откуда вы это взяли такое? У вас такая констатация показания? Потому что это нелогично, что в моем пакете на заднем сиденье с моими платьями находят кошелек Севериона. Понимаете? Если видите, здесь нигде не сказано, и никто такого не видит, что в желтом пакете с вашими платьями. Я здесь стояла, вы несколько раз повторили, что в скоро здесь лифт скоро и свитка. В желтом упаковку, на заднем сиденье и так далее. Хорошо, я вас понял. Вы это прочитали протокол допроса? Там написано просто на заднем сиденье. Не в пакете, не в желтом пакете. Да, с вашим я несколько раз пыталась вас перебить и сказать, что вы без врете. Вы меня поправили, без проблем. То есть просто не в пакете, на заднем сиденье, так? Мне сказали, да, что на заднем сиденье нашли этот кошелек и в нем деньги. Хорошо. Скажите, пожалуйста, с чего вы взяли, что там нашли что-то важное и Северион что-то подкидывал вам в машину? Вы такие дали сразу показания. У меня вопрос, почему? Потому что мне мой пакет с моими платьями подкинули какой-то кошелек, потому что там не было кошелька. Я понял, столько что вы услышали, вы меня поправили. Неправильные да, выражения. Пакета не было. Вот ваши показания. Хорошо, с чего я взяла, что подкинули, потому что в моем пакете не было никакого кошелька. А вы говорите, что на заднем сиденье в моем автомобиле в желтом пакете нашли кошелек. А если, если его там нашли и его там не было, значит его подкинули, логично? Не логично.
Давайте ще займемо то питання доповнення. Є, прошу. Зараз то питання дійшло до системи, дивіться, на речі, А я курить. Спасибо вам.